3-4. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Зимой и летом стройная, зеленая была. Стоп, расскажите, почему, когда мы водим хоровод, то держимся за руки? Не знаю. Энергию. Ну подумайте сами. Что? Добрую энергию передаем друг другу. Ну а еще почему? Чтобы не убежал, не убежал. А кто? А за... Здрасте, мы кто же сами хоровод стали? Ладно, дело сковорож подскажет. Представьте себе, что мы сейчас находимся не у Тауна Кангра, а в лесу в зимнем. Зимой в лесу. Так, кто бы... Ручки у всех замерзли. Сливаем, дедушка. Да, ручки замерзли, вот ручки грели. Вот, а теперь представьте себе, что у всех плечики замерзли. Как будем плечики греть? Нет. Положите ручки друг друга на плечи. Ну, как греки сертаки танцуют. Вот, 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 вот. Так, 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 и второй куплет, 3-4. Трусишка, зайка, серенький, под елочкой скакал. Порою волк сердитый волк, крысою пробегал. А теперь всех ушки замерзли. Сам себе каждый может. Вот правильно. Вот так, вот так, вот так. Не открываю ушки. Вот. Друг дружки. Друг дружки. Поближе. Вера, где ваши ушки? Давай. Друг дружки. Друг дружки. Вот. Вот. Потом коленочки пойду, я вас знаю. Так. И пошли по кругу. Снег по лесу частому под полозом скрипит. Лошадка махноногая торопится бежит. А где носики завернули? Аккуратно, носики. Носики, как? Ну, сам себе любой может, а ты товарищу погрей носик. Так, аккуратненько, нет, ты сам себе вот так вот отогрей. А ты иди сюда. Пошли, так, иди сюда в центр. Иди сюда в центр, что ты круг. Вот, вот. Везет лошадка дровинки, а в дровнях мужичок срубил нашу елочку под самый корешок. А теперь коленочку все замерзли. Так. Праздник к нам пришла, немного